В эти выходные в Ботаническом саду проходит большой городской пикник в улице Ежа. Здесь представлено почти 200 блюд от 50 заведений. Гости могут отведать бургеры, пиццы, роллы и многие другие вкусности. Организаторы подготовили более 20 развлекательных зон. Среди них дизайнерская ярмарка подарков «Горошек Маркет», кинотеатр под открытым небом, площадка с мастер-классами от хореографов и многое другое. Посудомоечная работа. У меня есть тут два вида техники. Вот это роспись глазурью и роспись ангобами. Глазурь сахарная на альбумине, сухой белок, безе, точно так же, безе тоже на альбумине. Я работаю уже больше 2 лет, ну, опыт и идеи каких-то более известных мастеров, кто занимается пряниками, ну и своя фантазия тоже. Я готовлю крафтовый мармелад, напитки. На диких дрожжах, например, напитки. Это авторская рецептура с минимальным количеством сахара. Некоторые изделия, как, допустим, клубника, в смысле варенье там или голубика, я покупаю у местных фермеров, стараюсь. Наша продукция изготавливается из премиальных ингредиентов. Используется фисташка, малина сублимированная, клюква вяленая, мука, гречневая, кукурузная, пшенные хлопья. Сырное печенье готовится на 2 видах сыров, гауда и выдержанные типа пармезана. Овсяное печенье без сахара, без муки, без яиц. На проекте «Кулинарная школа» гости узнали секреты и тонкости мастерства от шеф-поваров. Также на пикнике обустроили отдельную веган-зону. Насладиться развлечениями и вкусной едой можно сегодня и завтра с 12 до 22. Ну, я вообще таким организациям очень мало бываю, поэтому мне очень нравится. Все, отдыхаю. Вот смотрю, где найти себе что-нибудь по интересам. Вот нашла себе зону, сейчас хочу помалевать. Все хорошо, все прекрасно. Все очень классно. Детям к 12 много детей было. Казалось бы, будет толпа, но нет, все отлично. Очереди везде маленькие, на фудкортах и в детской зоне просто супер. Для Минска классный праздник, особенно в это время. Супер просто.